я здесь. А ты кто такой? Откуда взялся? С того берега моря. На чем приехал? Оседлал хромую блоху, сел и приехал. Море что? Лужа! Может и лужа, да только ту лужу орел не перелетел. Значит, орел, птенец! Наверное, птенец, но тянет его крылья в город закрывает. В городе ночь настает. Город, небось, крохотный! Через тот город заяц бежал, не перебежал. Выходит, заяц маленький. Заяц как заяц, из его шкуры тулуп вышел. Куда вышел? Вышел из того города, где заяц бежал, на который тень от орла упала, и пошел, куда глаза глядят. Чьи глаза? Глаза того тулупа, который из шкуры зайца вышел. В городе, где ночь настает, когда над ним птенец пролетает верхом на хромой блохе. Чего? Чего-чего? На хромой блохе с того берега моря, которое зайцу не перелететь, орлу не перебежать. Хоть море не море, а так лужа посреди города, где тень от блохи на зайца упала и насмерть убила. А из шкуры зайца тулуп вышел и пошел, куда глаза глядят. Тут заяц как прыгнет. Какой заяц? Насмерть убитый, как прыгнет, куда глаза глядят. Так что тот берег моря, который не перелететь, не перебежать, из которого тулуп вышел, на который тень блохи упала и зайца убила. Хоть заяц не заяц, а орел. Какой заяц? Какой орел? Какая блоха! Повторить? Ну, значит, та самая блоха с того берега лужа.